последний. Ну, не в замок, в развалину. В развалину проходит. Ой, как хорошо, там нет солнышка. Может быть. Пошли обходить эти штуки. Серьезно. Музыкальный театр. Выкидывай все. Так, это тут наш домик. Трактир Старый Рыцарь. Я? Ну, со спины как будто. Трасса. Вода. Замок. Да. Да. Мы с Литкой загорали. На свадьбу загорели, так я была змея. Очкушная змея. Это просто... Черная, да? Да. Она стирается, правда, эта краска. Да. Передавала. Кто сказал, что нет солнца? Вот солнце. Собственно, персоной. Там люди. О, смотри, коза. Коза, вон она, какая... коза. Как, где коза? А, вон, да, настоящая, кстати. Вон коза, во-во-во. Вот она. Ты видишь козу? Я их сфоткала уже. Там у нас... Ой, не коза, у нас тут кибитка. Вон, да. О, у меня прям подходит под меня. Прям даже расширять не надо. Супер. Так, просили УФ не втыкать. О, отвалился. Что ты там, Лен, ты видео записываешь, что ли? Да. Юлька наяривает. О, это мужские танцы из Олега. Ура, Юля, браво. То же самое, только подтекал. Ну, у нас саундчек, да? Так, давайте, что вы теперь играете? Юля, звезда моя. Как они? Ты стараешься, моя детка. Спасибо большое. Так, мы уже отстроили звук. Вот, духовым еще устраивает его. Пятнадцатая цифра. Они там репетируют, кого убивают. Или даже хор. Нам нужны хор, старая цыганка. Вот так, нож так. Артисты хора, пожалуйста. Олег, старик. В общем, все, кто после убийства. Отец. Характер с едой у нас. Дают еду. Гениальные люди. Юльке нравится, говорит. Прям Диор. Ну, уже солнышко не такое злое. Собираются уже там по билетам пускай. По-любому кому-нибудь прилетит. Надо самой пройти.
Да. А что ты будешь терпеть? Не знаю.